сказать такое-то? Ну, говори, что ты хотела сказать. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Сегодня мы на канале Кира Котенок. Который покусанный комарами. Да. Что это такое? Что это? Котенок, покусанный комарами. А где тебе еще комары покусали? Показывай. Ужас. Впервые за 5 лет тебя покусали комары? Не впервые. Мы им отомстим? Как? Мы будем ловить на живца. Ты будешь как будто бы спать. Возьмем коробочку и будем ловить кого? Комара. А потом что сделаем? Потом возьмем. И он когда умрет, он родит и умрет. И он там будет жить. В коробочке? Да. А кого родит? Кого-кого родит комаренка. Комаренок вырастет и умрет там же. Ты злая. Угу. Это же жестоко. Им же нужно летать, пить кровушку, чтобы жить. Они не будут жить. Почему? Потому что мне и так больно сделали. Ну, они по чуть-чуть будут пить кровушку. Можно? Нет, нельзя. Почему? Если только они будут добрые. Добрые? И будут пить томатный сок. Они пьют кровь. Они будут пить сок. Ты их научишь сок пить и будут томатным соком питаться. О, придумала, папа. Что? Я тебе на ушко скажу. Да говори так, никто не слышит. Ладно. Чтобы поймать комаров, давай нальем туда томатный сок, ну или какой-то еще красный сок. А комары увидят сок и подумают, что это кровь. Прилетят? Прилетят и попьют, и сдохнут. Ты злая. Они же маленькие. Их же Боженька придумал. Боженька придумал зачем? Чтобы они летали. Чтобы они летали и убивали людей? Нет, пили кровь просто и все. Никого они не убивают. Они добрые. Если они добрые, тогда бы они и пили кровь. Ладно, иди лови комаров. Говори всем пока-пока. Пока-пока. До свидания. Всем пока-пока.